Солнечная погода и хорошая компания. Что еще нужно для проведения отличного субботника? Представители Самарской армянской национально-культурной автономии и Волжского казачьего войска знают, что этого вполне достаточно, чтобы вместе приводить город в порядок после зимы. Надо следить, где мы живем. Это наш дом общий. И надо объединиться. Надо соблюдать чистоту, порядок. И начать из себя. Вот и мы что и делали. Такой дружной компанией активисты проводят городскую многонациональную молодежную экологическую акцию уже 5 лет подряд. За это время волонтеры помогали высаживать крупноразмерные ели возле Доказаря, облагораживали 4-ю очередь набережной и другие знаковые городские места. Провели первый экологический субботник еще в 2017 году. С тех пор эти субботники повторялись. Мы должны встретить гостей нашего города и преподнести для жителей нашего города чистоту и порядок. Самарские социально ориентированные некоммерческие организации ежегодно участвуют в проведении месячника по благоустройству. Когда ты чувствуешь плечо друга, когда вместе осуществляешь какую-то деятельность, то здесь, естественно, возникают более крепкие отношения, отличные от отношений рабочих, от отношений кабинетных. И, естественно, когда ты видишь зримо результат своего труда, когда ты видишь, как город становится чище, все это дает нам возможность надеяться на то, что наша дальнейшая деятельность будет столь же плодотворной в других областях деятельности. В этот раз активисты оставили после себя в чистоте сквер номер 1 на площади Куйбышева. Андрей Горгуленко, Григорий Плешаков. События.